всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем в Counter-Strike Global Offensive, и мы сегодня будем тащить. С револьвером я больше играть не буду, поэтому, ребят, просто буду тащить на карте. В общем, что я могу вам сказать? То, что, ну, как вам сказать, скины я вернулся. Я перевел все скины на мой новый аккаунт. Точнее, нет, как вам по-другому сказать, я просто взял и тупо разбанился за тот вакбан. То есть, как-то вот так это было. Вот так, да. Так. Опа. Давай же. Да. Давай же, опа. То есть, да, все разбанилось, все работает, все отлично работает, все. Все даже очень даже круто. Так. Да, мой. Блин. Револьвер. Че за говно подсунули мне? Опять револьвер. Ненавижу револи. Это такое говно. Им никто не пользуется. Я лучше УСП-шку возьму, она меня не раз спасала в играх. А это просто ненужная хрень, которая никому не нужна. Ребят, лучше пользоваться диглом. Ну что ж, ребят, мы сегодня опять играем в нашу игру, и я опять зашел в игру с нашего первого аккаунта, так как я разбанился все-таки. Все-таки, ну да, разбанился, можно сказать. С читами я все-таки решил... Блин, тупые боты! Насчет ботов, я не могу их забанить. Я уже пробовал все. Вы меня списали. Вы меня что-то еще там делали, писали тоже что-то. Просили меня то, чтобы я убрал этих тупых ботов, которые читами убивают. Я не знаю, как это их так убрать. Потому что они реально бесят. И не знаю даже, как их убрать. Даже я не могу их убрать. Я администратор, я могу пользоваться сервером, но не могу убрать ботов. Это как-то странно. Ну, ребят, ну, это реально не очень. Так. Давай-ка. Давай-ка. Ну что ж, ребят, меня убили один раз, и, наверное, больше такого не повторится, потому что это... Я не знаю. Ботов не убрать. Смотрите, я даже сейчас попробую это сделать. Пишу команду bot kick. Точнее, нет. Bot ban. И смотрите, что у нас получается. Вот так у нас получилось. И видно то, что там написано no. Bot ban command. Или no ban bon. Ну, короче, понятно. Я не знаю, как с этим... Ну, я не знаю, как с этим играть точно, потому что это не рабочая вся хрень. В общем, как-то так. То есть забанить никого невозможно. Да, это, конечно, очень даже сложно и непонятно, потому что ботов реально забанить невозможно. Ну, я не знаю, как их забанить, ну, правда. Потому что я старался, я пытался что-то сделать, и меня они не забаниваются никак. Точнее, я могу их забанить, но тогда не будет интереса в сервере, так как на сервере сейчас играют после моей последней рекламы. На мой сервер зашло где-то человек 15, наверное. То есть нас сейчас играет где-то, ну, как всегда, 32, но людей здесь точно 15. Ребят, точнее, ну да, такое количество, да. Кто-то задавался вопросом, как попасть туда. Сегодня я с багом вам все это покажу. Забираемся по этим штукам, и мы попадаем сюда. И мы странным образом попадаем сюда. Да, это как-то неизвестно, это нереально, но вас никто не прострелил. И вы никого не прострелите. Потому что... А, не, прострелите. Да. Здесь можно проседать, что-то еще делать. Ну да, это круто. Давайте вернемся. Так, давайте замочим этих. Опс, не попал. Давай-ка. Опс. Я не успею. По-любому. Я лучше туда сбегу опять.
там. Да ладно, давай. Опа, все. Убил. Да, вот сюда можно залезть, и в любой момент можно вот здесь отстреливаться, если вы, у вас, конечно, вы супер точный. Ну что ж, сегодня мы попробуем достать калаш. Хотя нет, наверное, это не получится. Хотя все возможно. Мы даже бомбу начитерить ведь можем. Ну ладно, забудем об этом. Опс, нет. Опа. Да блин. Давайте-ка. Блин. Чё, вы меня убиваете, нет? Похоже, только я вас убиваю, нет? Так. Смотрите. Раз убийство. Два убийства. Три убийства, ребят. Где там был калашик-то? Хорош калашик. Хоть обычный, но калашик. Так. Гранатка, гранатка, гранатка. Так, побежали. Спасать нашу команду. Так. Пробираемся сюда. Заходим такие и не понимаем. Где же наши враги? А вопрос в том, где они? Кидаем бомбу туда. Точнее, гранату. Все. Баг удался, и мы теперь спокойно можем убить абсолютно любого врага. Ну, точнее, я не так сказал, но... Ну, наверное, мы все-таки сможем это сделать. Нет. Ну, почти что. Да. Перезаряжаемся. И вбегаем такие, как крутые. Йоу! Я супермен, я все могу, смотрите, как я всех убиваю. Я такой крутой, смотрите. Прям вообще, я мастерский. Такой, с ножом. Ну давай же. Вот и все, ребятки. Вот и все. Все очень даже просто. Так, кто у нас там остался-то? Кто там? Никого нет. Да. Наконец-то я вернулся в мой старый аккаунт. Не знаю, мне радостно, потому что я вернулся на свой старый аккаунт. И теперь я опять могу играть с своими, ну, крутыми, так сказать, оружиями. Ну что ж, ребят, давайте теперь дальше поиграем. И мы играть сегодня будем долго, но мало. Залазим в окно. Идем сюда. Берем нашу USP. Почему они бегут туда, не знаю. Потому что я бегу сюда. Так. Сейчас мы кое-что попробуем сделать. Хотя нет. Вряд ли это здесь получится. Но все возможно. Хотя нет, невозможно. Так. Так. Ну, и что? Ни одного врага еще не нашел. Давай-ка. Где они? Да где они? Опа. Одного убил, второго убил. Третий где-то был. Пока что ничего не делаем. Диффузы бомбу. Давай же, все. Ну где нас наш последний-то? Нету? Вряд ли. Ну, в общем, ребят, все у меня опять вернулось, я все опять могу брать. Вот, я вам доказываю. Так. Так. Вот так вот. Вот так вот все здесь работает. Да, здесь так и осталось все. И здесь тоже так же осталось. Да. Но все-таки, наверное, проще играться. О-о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 . Блин. Так.
Давайте наш АВП Фобос и револьвер. Нафига мне револьвер? Не знаю, я его выброшу. Я опять подобрал. Странно. Да достал мне эта чашка. Давай, еще одну. Нафига мне чашки здесь? Давайте эти, как они. Вазы, покажите мне, где враги. О, враги. Блять. Так, ладно. Так. Ну, давайте, убивайте меня. Да, мы сразу увидели то, что это именно бот приучинал. Это читак, это просто клон и просто... Это просто фейковый. Это реально фейки, вот я вам доказываю, что на сервере есть фейки, и они реально существуют. Потому что приучинал сейчас не в сети, в скайпе, я вам, ну, конечно, доказать не могу, потому что это входит в скайп очень долго, но это все правда. Так, ну что ж, давайте последние три раунда и давайте до свидания. Так, давайте возьмем какое-нибудь оружие. Давайте. АУК. Мы давно АУГом не пользовались, потому что. Ну да, давно не пользовался. Вам понравилось видео, где я стреляю из вот таких вот пистолетов, и вы захотели посмотреть на них еще раз. Вот я вам сейчас все покажу и расскажу. Так, бежим отсюда, так, берем наши пистолетики и через стенки стреляем. О, как это круто получается у меня. Так, пока что не думаю, что я перезаряжаюсь, я на этот момент уже перезарядился. Выпрыгиваем здесь и идем на командную точку. А, так как там имеются все наши враги, которые в данный момент нам нужны. И сейчас мы будем стрелять из АУГа. Так... Все прицеливается нормально, даже супер. Так, проходим на А. Так, где у нас тут курица? Курица, где они? Где враги? Так, курица. Так. Тут никого нету, так что, возможно, они все находятся на Б. Да уж. Так. Ребята, осталось два раунда, и мы, наверное, заканчиваем. Так. Давайте-ка. Давайте-ка сыграем с читами. Последний раунд. Хотя нет. Не буду сейчас включать читы, потому что это тупо. Давайте-ка. Давайте. О, здесь, ладно. Убежали. Лестница. Давайте. О, супер. Супер килл. Блин! Вы, не знаю, вы дураки, что ли? Зачем вы своей команде кидаете флешки? Блин, так невозможно играть. Бегу, бегу, бегу. Бегу, 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 бегу. Как круто получилось-то, блин. Оу. Супер. Стоп. Опа, все. Нам остался один раунд, и мы, наверное, заканчиваем. Так. Давайте мы оставимся с АУГом. Хотя нет. Хотя давайте. Потому что АУГ — это супер вещь. Давайте им мы и воспользуемся. Давайте. Так, у нас нет бомб, но у нас все есть. Так, это наш последний раунд, и давайте посмотрим, куда все наши бегут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это я зря. Это я зря, это я зря, конечно. Блин. Давай-ка. Это я зря, конечно. Берем наш АУК и без прицела прям валим их. Так, давайте покажем наши ножи. Опа. Давай-ка. Еще один. Давайте еще одного. Так, остался у нас там один сзади, ты где он там? Давайте мы его уже тоже завалим, он нам совсем не нужен сегодня. Выпрыгиваем и убиваем вот этих вот двоих, которые мне постоянно мешают. Но у нас остался еще один враг, которого мы просто вот так убьем. Простым киллом. Но у нас остался только бомбер, который заложил бомбу, и мы даже не знаем, где он. Поэтому мы будем его искать. Перезарядимся. Возьмем нашу бомбочку. У нас только одна гранатка есть. Так. Да, у нас задиффузина бомба. И я просто кидаю гранату просто так.
В общем, на этом, ребят, все. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал NoBoss, потому что на моем канале самые интересные видео про игры. В общем, ставьте лайки и пишите комментарии, которые запрещены. Короче, ставьте лайки и всем пока.